Я люблю компьютерные игры. Любите ли вы их вы? Я уверена, что да. И тогда вы слышали про киберспорт. Уникальное новое явление, которое в 2020 году порвало рынок российского бизнеса. Более того, насколько я помню, во всем мире в 2020 году, в эпоху пандемии, киберспорт поднялся до невероятных высот. Объем этого рынка перевалил миллиард долларов. Собственно говоря, и в России цифры впечатляют. Мы не являемся лидерами в этой области с точки зрения экономики, но в этом году мы захватили рынок. Именно российская команда получила первое место, опередив традиционных лидеров киберспорта Юго-Восточную Азию. Более того, представителей этой команды поздравил сам Владимир Путин. Уверена, что вам будет интересно познакомиться с тем, что из себя представляет мир киберспорта. Как он появился, как он зародился, что с ним будет дальше. В нашей стране уже существует федерация спортивная, которая занимается именно киберспортом. Я уверена, что за этим спортом будущее. В 2020-2021 году, когда отменялись соревнования по Формуле 1, эти соревнования были переведены в виртуал. И, собственно говоря, тоже стали киберспортом. Познакомьтесь с будущим, не пропустите эту книгу. Возможно, вы создадите свою собственную команду или киберклуб, или организуете киберспортивную арену. Вы заработаете деньги и получите огромное удовольствие. Удачи вам во всех ваших начинаниях!